Всем привет! Сегодня расскажу вам о том, как собрать сенсорный диспенсер для жидкого мыла под управлением Arduino Uno. Собираю на макетной плате и подключаю миниатюрный погружной насос, оптический сенсор, готовый модуль ключ на транзисторе MOSFET, а также Arduino Uno, пару светодиодов и сопротивление на 220 Ом. Все комплектующие можно приобрести через онлайновые магазины. Ссылки при желании можно найти в описании. К насосу была подобрана трубочка и переходник, которые можно приобрести в аптеке в виде набора для переливания. Все подключено и собрано. Небольшая программа Sketch для Arduino заливается с компьютера. Ссылку на Sketch можно найти в описании. Насос для тестирования помещаем в емкость и наполняем, в нашем случае, жидкостью для мытья посуды. Включаю силовой контур для питания насоса с батарейкой на 9 вольт. Подносим губку, срабатывает датчик. Жидкий раствор подается на губку. Если видео понравилось и было полезно для вас, не забывайте голосовать и подписываться на канал. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.